Доброго всем утра, дорогие любители футбола! Безумно рад вас приветствовать на стартовом поединке чемпионата высшего дивизиона сезона 17-18. Впервые в истории Севера чемпион прошлогоднего первенства не будет защищать свой титул. Но на этом новшества этого первенства не заканчиваются. Новый формат турнира, новые расклады сил в борьбе за чемпионство, новые участники, наконец. Обо всем об этом мы, конечно же, поговорим уже по ходу сегодняшней трансляции. Ну а пока представляю вам главные действующие лица сегодняшнего противостояния. Европа Легион. Команда Александра Седова прошлый сезон завершила на 11-м месте, повторила свое до этого высшее и единственное на тот момент достижение в вышке. Европа является дебютантом высшего дивизиона. Это их первая игра в статусе коллектива высшей лиги. И, безусловно, старая поговорка о том, что первый матч, он всегда самый важен, всегда самый важный, о том, действительно, как хорошо и необходимо порой хорошо стартовать, сегодня для них актуально как никогда. Главный арбитр встречи Сергей Тихонов уже дал свисток, возвещающий о старте не только этого противостояния, но и всего чемпионата высшего дивизиона. Давайте быстренько познакомимся со стартовыми составами играющих команд. Затем, наверное, пробежимся по нововведениям в регламенте. И затем, после всего вышеизложенного, уже и начнем наслаждаться этим прекрасным летним футболом. Начинаю я по традиции состава номинальных гостей. Футбольный клуб «Легион» в традиционных цветах выступает, но форма у команды новая. Если вы присмотритесь и являетесь, в первую очередь, конечно же, поклонником этой команды, то вы, конечно же, заметите некоторые изменения в расцветке. Эта форма, на мой взгляд, выглядит так немножко более ретро, что ли. От этого, конечно же, на мой скромный взгляд, выглядит даже поинтереснее. Итак, в воротах у легионеров сегодня Александр Дементьев, номер 35-й. Вячеслав Андрианов, 11-й, в центре обороны. По краям Станислав Мухин, 28-й, и Иван Нехорошев, 23-й. Александр Седов, капитан команды, и Попин Казарян будут действовать в опорной зоне. Над ними Павел Андрианов, 69-й. На острие атаки Арам Саркисов, номер 45. Сразу 6 запасных легионера заявили на сегодняшний поединок, посему возможности для ротации у них есть хоть отбавляй. Посмотрим, как сумеют проявить себя на первых минутах футболисты, которые волею тренерского штаба сегодня обозначены в роли старта. Ну и забегая вперед, отмечу, что в запасе у легионеров сегодня есть Дмитрий Токарев, автор первого гола в истории легиона в высшем дивизионе. Не так часто он в прошлом году приезжал на матчи своей команды, но вот нынешнее первенство начинает с первого же поединка, сразу же готов помогать своей команде. Пока начинает на скамейке запасных, но абсолютно точно уверен, что по ходу матча появится на поле непременно. Переходим мы к Европе. Для многих любителей высшего дивизиона эта команда новая. Повторюсь, она является дебютантом высшего дивизиона. В прошлом году заняла 4-е место в первой лиге, осталась без медалей, но в отличие от «Кристалла» сумела преодолеть рубеж стыковых матчей, заняла там 1-е место, обыграв все команды, по сути, и по праву пробилась в высшую лигу. Говорю по сути, потому что, во-первых, необходимо помнить, что Мека провела лишь единственную встречу. И это, конечно же, наложило свой отпечаток на турнирную борьбу. Европа как раз и оказалась тем единственным коллективом, который сразился с южанами. 11-0 тот матч завершился. А здесь Легион создает, наверное, первый опасный момент в сегодняшнем матче. Никита Шелепов уже вступал в игру за стартовые 3,5
минуты, но вот сейчас выручил он свою команду по-настоящему. Голкипера я вам уже европейцев назвал. В два центральных защитника действуют сине-белые. Сегодня это Константин Нужен, 77-й, и Андрей Шенкнехт, 5-й, капитан команды. Еще один момент у ворот Никиты Шелепова возникает. На этот раз после подачи углового от левого фланга. Сейчас уже точности чуть-чуть не хватило красным. Черным. Павел Туманов, 13-й, действует в опорной зоне у Европы. Линия полузащиты слева направо. Евгений Пожидаев, 16-й. Павел Аношин, 9-й. И Асхат Курбанов, 14-й. Тимур Рашидов, 11-й номер, на острие атаки начинает сегодняшнюю встречу. В заявке у Европы на сегодняшний матч два футболиста еще располагаются на скамейке запасных. Сейчас там только руководитель команды Павел Дятловицкий, который может появиться на поле по ходу встречи. Ожидается еще и Павел Варфоломеев, одна из главных ударных сил команды. Но вот к началу поединка он, к сожалению, для своих партнеров и поклонников его клуба опаздывает. Какие-то личные, видимо, причины вмешались в дело, и на дебютную игру приехать он вовремя не сумел. Фиксирует фол главный арбитр встречи. Папин Казарян здорово разобрался с соперником. Тот был вынужден его ловить на бедро. Отсюда, конечно, пробить поворотом напрямую несколько проблематично, но Казарян, безусловно, может придумать что-то интересное. Ну и не представился я сам. Комментирую для вас сегодняшний матч Никита Лаврентьев. Главного арбитра я назвал. Помогает ему на бровке Геннадий Зародыш. Здесь стык, конечно, без какого-либо нарушения правил прошел. И ответ Европы. Пожидаев рвется по левой бровке, разворачивается, отдает центр Курбанов. И Седов здорово играет в подкате, выбивая мяч из-под ноги у Асхата Курбанова. На секундочку, лучшего голеадора Европы в прошлогоднем первенстве. На его счету в первом дивизионе 16 забитых мячей. Европа вообще, к слову, не так много забивала в первой лиге. Зато все, практически все победы были, что называется, на зубах добыты. Команда прекрасно понимает свой уровень, свой потенциал и старается играть за счет своих козырей. Никаких иллюзий относительно открытого или атакующего футбола в высшем дивизионе сине-белые не питают, а прекрасно понимают свое место в турнирной иерархии, и поэтому, безусловно, все свои силы будут отданы как раз на матче против команд, которые, скорее всего, по итогам первого круга окажутся в нижней половине таблицы. Вот так вот плавно мы перешли к обсуждению нового регламента. Как вы все прекрасно знаете, «Терминатор», чемпион сезона 16-17, прекратил свое существование. Поговаривают, что на время, но пока факт остается фактом. В нынешнем сезоне «Терминатор» не будет выступать ни на севере, ни в каких других округах Москвы. И посему перед руководством лиги появился вопрос, кто же займет место чемпиона, каким образом проводить новое первенство, если, как и в прошлом году, к старту турнира никто место «Терминатора», а тогда «Ауди», не займет. И в итоге все решилось как нельзя лучше. На мой взгляд, «Беда М» также прекратила свое существование. В дивизионе осталось 16 команд, и, следовательно, никаких новых лиц искать для вышки не пришлось. Более того, об этом слухи ходили давно, новый сезон будет проводиться по новому формату. По окончании первого круга команды, которые будут располагаться в разных половинах таблицы, условно разделятся, и второй круг будут играть только с своей весовой категорией, назовем это так. Это, по сути, некоторая аналогия того, что было в российской футбольной премьер-лиге. Здесь Европа в опасную атаку устремляется. Тимур Рашидов чуть было не убежал от Вячеслава Андрианова, но далековато мяч от себя отпустил. Андрианов продолжал
навязывать борьбу форварду, и Александр Дементьев, чуть выйдя из ворот, забрал мяч в свои руки. Продолжу я свою мысль о регламенте. Команды разделятся на две половинки, как это было в российской футбольной премьер-лиге, когда переходный сезон в России состоялся, переход с старой системы весна-осень на новую осень-весна. И второй круг, команды первой восьмерки будут играть между собой, команды второй восьмерки, понятное дело, между собой. Более того, очки, набранные в первой половине чемпионата, обнуляются, и, на мой взгляд, это не совсем верное решение, так как может существенно ударить по зрелищности первой половины чемпионата. Ну а уже в весенней ее части команды проведут, по сути, еще два круга, сыграют дважды каждый с каждым, и по итогам вот этого весеннего первенства будет объявлен победитель высшей лиги, объявлены команды, которые пробьются в Еврокубке, а также вылетят из вышки в первую лигу и будут участвовать в стыковых матчах. Во всех остальных дивизионах изменения такого не произошло. Здесь у нас небольшая пауза. Похоже, что-то случилось с Павлом Аношиным. Кровь у него, насколько я понимаю, идет. Арбитр попросил остановить встречу, чтобы оказали ему первую медицинскую помощь. Вместо Аношина таким образом на поле появился Павел Дятловицкий. Еще одна подача в штрафную Никиты Шелепова. Пока все подходы легионеров безуспешны. Но территориальное игровое преимущество, понятное дело, на стороне отнюдь не дебютанта. Регион проводит свой третий сезон в вышке и уже, наверное, может рассматривать себя в качестве своего рода эдакого старичка. Понятное дело, что до условной Невы, Беды и других гегемонов севера легионерам еще далеко, как в плане истории, так в плане и претензий на сезон, но, по крайней мере, на бумаге легион в матчах против дебютантов, наверное, должен выглядеть предпочтительнее. Сегодня, по крайней мере, точно. Легион однозначно фаворит, и любой результат, кроме победы, может быть расценен как неудачный. Вот и первое действие, появившееся на поле Павла Дятловицкого. Неудобно ему передачу отдавал партнер, и сам пас получился также не самого высокого качества. Но и ответ легионеров не получился каким-то интересным, и Европа начнет игру ударом от ворот. Дятловицкий отправляется обратно отдыхать. Павел Аношин возвращается на поле. Поговорим немного о трансферах, тем более, что перестановки в обоих коллективах произошли, причем существенные. Однако, если в случае с Европой были трансферы исключительно на вход, ни один игрок не покинул команду в межсезонье, желая проявить себя в элитном дивизионе Севера, то у Легиона полно трансферов как на вход, так и на выход. Тимур Рашидов зарабатывает штрафной, вынуждая меня прерваться от разговоров о трансферах, потому что Европа, по крайней мере, на уровне первого дивизиона очень и очень неплохо исполняла как раз-таки стандартные положения. А Павел Туманов забил не один мяч прямыми ударами со штрафных. Левоногий футболист, и умеет он классно бить поверх стенки. Отсюда, конечно, наверное, не самая удобная точка, но бьет Туманов, опасный гол, 1-0! Первый гол сезона 17-18 забивает дебютант высшей лиги Павел Туманов красивым ударом по статичному мячу. На 14-й минуте
произошло это событие. Александр Дементьев даже не шелохнулся. Со своей позиции. И был вынужден капитулировать в первом же своем матче нового первенства. Не раз мы, к слову, особенно по ходу прошлого сезона, отмечали некоторые проблемы Дементьева именно со штрафными. Пропустил он также немало мячей прямыми ударами и после рикошетов, и вот такими выстрелами, как сейчас. Но, конечно же, поклонникам легионеров не хотелось бы, чтобы и в новом сезоне все старые проблемы вновь обрели, что называется, сил. Первая замена и у легиона. Павел Андрианов отправился отдыхать, проведя на поле чуть меньше 15 минут. На газон впервые сегодня вступил Денис Бычков. И это как раз-таки один из нескольких новичков-легионеров. Перебрался он в межсезонье из команды третьей лиги, из коллектива «Бумеранг». Команда, которая, по мнению тренерского штаба легионеров, оказала наибольшее сопротивление на пути к титулу. Напомню, что дубль легиона в прошлом сезоне выиграл трофей, стал обладателем кубка третьей лиги. И вот в четвертьфинальном матче легион встречался как раз-таки с «Бумерангом», а победный гол на последних мгновениях встречи, если мне не изменяет моя память, провел Арам Саркисов фантастическим просто ударом со штрафного. Вот как примерно сегодня Павел Туманов. Сказали мы, что у Дементьева были проблемы со стандартами, однако надо, конечно же, отметить и сам удар 13-го номера европейца. Помимо Дениса Бычкова, сегодня еще несколько дебютантов могут появиться на поле. Это Дмитрий Ефремов, также перебравшийся из «Бумеранга» вместе со своим бывшим и нынешним партнером Денисом Бычковым. Так, здесь легион опасно атаку левым флангом проводит. Навес, Шелепов до мяча добирается, смахивает его с головы Арама Саркисова. По-моему, на него шла эта передача. И легион получает право начать новую атаку от центральной линии штрафной. Назначает арбитр. Пока у нас есть пауза, можем продолжить говорить о новичках. И третий новичок, который сегодня на поле может появиться у легионеров, это Максим Дегтярев, перебравшийся в стан команды Александра Седова из футбольного клуба «Империя». Также много и потерь произошло в нынешнем межсезонье. Однако не все они имеют свое прямое отношение к основной команде легиона. Уходили также футболисты, которые и выступали за дубль. Поэтому, наверное, все-таки назовем лишь тех, кто входил в основную обойму красно-черных. И это в первую очередь, конечно же, Кирилл Сумароков, отправившийся в Неву, прельстившийся выступлениями в Лиге Чемпионов. Ну и сразу четверо игроков легиона отправились в северо-восточную Москву. Нарайр Тадивасян, Дамир Джалимов, Денис Базовой и Ильяс Шахбазов. Что интересно, трое из них, за исключением Дамира Джалимова, все остальные как раз-таки в легион и переходили из северо-восточной Москвы. Также команду покинул Антон Простов, но не так много он игр провел за легион, чтобы уж сильно о нем сожалеть. А вот Сумароков, Тадивасян, Базовой, Шахбазов, Джалимов — это, безусловно, для легиона существенные потери.
У европейцев, как я уже говорил, ни один футболист не покинул команду, а пополнили ее сразу четверо. Причем, что интересно, двое сегодня дебютировали и дебютировали сразу в стартовом составе. Это голкипер Никита Шелепов. Прекрасно знаком он с доброй половиной команды по совместным выступлениям за Бусинова. И именно оттуда этот голкипер и перебрался. Саркисов выходит практически один на один. Бьет на силу в ближний угол, но классную реакцию демонстрирует Шелепов, отражая еще один опасный выстрел. Ну и Павел Аношин также является дебютантом. Перебрался он из футбольного клуба «Москва», но не северо-восточный коллектив, куда отправились Нарай Артавасян, Базовой и Ижи с ними. А из северной Москвы, также выступающий в третьей лиге. Честно признаюсь, скептически я относился непосредственно к этому переходу, потому как игровые качества Павла мне были неизвестны, а усиление под вышку, когда приходит футболист из третьей лиги, это, конечно, ну, как минимум скепсис вызывает. Но вот по первым 20 минутам девятка европейцев произвела очень хорошее впечатление. Конечно, ничего такого экстраординарного не показал Аношин, но из игровой модели команды не выбивается. А для такой команды, как Европа, наверное, это самое важное качество. Также из абордажа в аренду пришел Даниил Павелица. И фактурный, мощнейший, наверное, даже форвард Онеги Кирилл Кошарин. Футболист, который по своему основному роду деятельности является регбистом. И если Европа еще попадет в наши эфиры, а Кирилл Кошарин приедет на этот матч, то вы сможете насладиться этими великолепными габаритами. А какой силы у него удар, вы можете уже сейчас себе представить. Последняя 10-минутка первого тайма у нас тем временем началась. Саркисов вновь пробует пробить с дальней дистанции. На этот раз голкипер в игру не вступал. Мяч прошел мимо. А Европа проводит очередную свою перестановку. Дитловицкий вновь появляется на газоне. На этот раз, думаю, что на больший промежуток времени, нежели было в начале поединка, когда помощь оказывали Аношину. Появился он вместо Павла Туманова, который проделал огромный объем работы и стал автором пока еще единственного гола в сегодняшнем матче. Таким образом, насколько я понимаю, Дитловицкий будет действовать по всей левой бровке, а в центр в помощь к Аношину перебрался Евгений Пожидаев. По своей вообще специализации Дитловицкий является защитником, но мы все с вами прекрасно знаем, что делать перестановки в обороне, когда все у команды неплохо, наверное, все-таки излишне рискован. Здорово сейчас сыграл на острие атаки Тимур Рашидов, скинул мяч головой своему партнеру Павлу Аношину, тот пробил в лед и чуть-чуть не попал в дальний угол. Мяч разминулся со штангой, как и буквально минутой ранее у Арама Саркисова. Еще одна замена, на этот раз у легионеров, Дмитрий Токарев. Его выход на поле я анонсировал в самом начале поединка. Появился он вместо Арама Саркисова. Интересно посмотреть, как сейчас располагаться будут футболисты легиона. Токарев будет действовать на острие или же Казарян туда отправится. Как они будут взаимодействовать, в том числе и с новичком из Бумеранга. В общем, здесь маневров достаточно у легионеров. Пока, насколько я понимаю, на острие располагается именно Папин Казарян, а Токарев как раз-таки чуть пониже опустился.
Неужели в опорную зону вместе с Александром Седовым. Ну и в одной из последних пауз также на поле Максим Дегтярев появился. Вот сейчас пытался он обыграться в стеночку. Обыграться в стеночку с Казаряном. Ответный пас не прошел, но мяч остался у легионеров. И экс-футболист Империала возобновил игру из-за боковой. Еще раз предстоит ему эту процедуру повторить, но уже в значительной близости от ворот Никиты Шелепова. Бычков не удалось навесить штрафную. Плотно защитники европейцев своими соперниками действуют. Казарян, развернул Шинкнехта, рикошет, и мяч все-таки отправляется в ворота Европы. Папин Казарян становится автором эквалайзера. Безусловно, этот удар не выглядел таким уж опасным, если бы не рикошет от кого-то из футболистов, располагавшегося в штрафной площади. Но вот стоило предоставить значительное пространство Казаряну, Андрею Шинкнехту, как сразу же он развернул опекуна и пробил с разворота, за что был вознагражден. 1-1 за 5 минут до перерыва. Легион сравнивает счет. Делает это в неброской манере, но сейчас, безусловно, команде необходимо в первую очередь добиться победы, как складывается первая половина первого матча сезона для красно-черных. Конечно, оптимизма пока не внушает. И сразу еще две замены у Легиона на заключительную пятиминутку тайма. Артем Лагуткин и Сергей Миронов появились на поле. Попробуем сейчас быстро разобраться, кого они поменяли. Папина Казаряна, насколько я понимаю, сейчас нет на поле. И одного из защитников, естественно, Сергей Миронов поменял, а именно Ивана Нехорошева. Дегтярев потерял мяч и сфалил в итоге, безусловно. Я не понимаю, почему сейчас Александр Седов недоволен. Потеряв мяч, очень высоко задрал ногу Дегтярев, мешая таким образом рвануть к уходящему мячу Евгению Пожидаеву. Павел Туманов сейчас на скамейке запасных. Пробить он с этой точки может едва ли. А вот Асхат Курбанов, футболист, который тоже обладает хорошим ударом, и правоногий футболист, что, наверное, не менее важно в этой точке, сейчас попробует во второй раз заставить капитулировать Александра Дементьева. Но нет, не получается удар у Курбанова таким, какой он вышел у Туманова в середине тайма. Мяч сначала попал в стенку, затем на добивании Курбанов оказался первым, но бил так, чтобы просто не привести контратаку на свои ворота. Ну а у Легиона на поле и Дмитрий Ефремов тем временем появляется. Нужен, упускает мяч все-таки за боковую. Благодарит Сергей Тихонов своего помощника на бровке Геннадия Зародыша. Именно он поднял руку и подсказал рефери. Миронов прорывается по бровке, сохраняют мяч легионеры, но вот затем небрежность перечеркивают все варианты развития атаки в исполнении Легиона, а мяч зарабатывают себе, что ли, европейцы. Но Тимур Рашидов слишком уж в себя поверил, уж простите мне такое простонародное выражение, пытался обыграть, стоя на месте своего оппонента, естественно, это сделать не удалось. Подача от Дениса Бычкова, не точно, хотя по траектории полета, наверное, можно сказать, что это больше походило на удар такой. Полунавес, полуудар. Модно говорить в таких ситуациях, но в итоге никакой опасности это не привело. Рашидов здорово корпусом оттеснил Миронова. Момент, удар! 2-1!
Евгений Пожидаев забивает буквально за полторы минуты до окончания первого тайма. Сергей Миронов негодует, считает он, что его подталкивал в спину Рашидов. Но Сергей Тихонов имеет абсолютно противоположную точку зрения. И в своем предыдущем матче сегодня, в поединке первого дивизиона, в котором встречались «Тандер» и «Анцар», он выдерживал ровно такую же линию. Подобные единоборства он не свистит и как бы не показывал Миронов, что его оттесняли с нарушением правил. Никакого фола там не было. Игровой стык досталось здесь и Андрианову, и Рашидову. А Тихонов еще раз продемонстрировал свою линию. И в этом единоборстве также. Ну а Легион забивает пресловутый гол в раздевалку. Провалились легионеры в обороне. В основном, конечно же, из-за персональной, индивидуальной ошибки. В итоге 3-2 вышли к чужим воротам сине-белые. И Евгений Пожидаев, у которого было два варианта развития атаки, пробить самому или отдать передачу левее, выбрал первый и не прогадал. Пробил точно в ближний угол. И во второй раз в матче вывел Европу вперед. Туманов, появился он на поле в одной из последних пауз и принял участие в последней атаке первой половины. Что ж, перерыв, дорогие друзья. Отдохнем буквально 1-2 минутки. Возвратимся затем на стадион на Флотской и продолжим наблюдать за этим великолепным противостоянием. Подошел к концу перерыв в стартовом поединке сезона 17-18. В матче, в котором встречаются дебютанты высшей лиги Европы и самая медийная команда Северной лиги «Легион». После стартовых 30 минут игры впереди подопечные Павла Дятловицкого. 2-1 на голы Павла Туманова и Евгения Пожидаева. Легионеры ответили лишь одним точным выстрелом Попина Казаряна. Но не прошло и минуты от начала второй 30-минутки, как Легион сравнивает счет. И, по-моему, там все-таки мяч в сетку дослал Дмитрий Токарев по скамейке, реакции скамейки запасных. Понятно, что голевую передачу отдал Артем Лагуткин. А вот по поводу автора гола, сейчас я быстренько воспользуюсь возможностью посмотреть повтор. Вы также в случае необходимости можете в своем плеере на Ютубе отмотать трансляцию на необходимое время. Да, действительно, Дмитрий Токарев там оказался на острие атаки, на добивание первым. Но уж больно активно радовался именно Павел Андрианов, что и несколько меня смутило, и решил я на всякий случай посмотреть таки повтор. В общем, буквально в первой же своей атаке легионеры сравнивают счет и возвращают команды к исходным, к началу поединка, диспозициям. Вот только времени на выяснение отношений остается все меньше. И пока у нас есть возможность, давайте назову я вам составы, в которых команды вторую половину начали. У Европы все без изменений. В воротах Никита Шелепов. Линия обороны Константин Нужен, Андрей Шенкнехт. Павел Туманов в опорной зоне. Евгений Пожидаев, Павел Аношин, Асхат Курбанов в линии полузащиты. Тимур Рашидов на острие атаки. Павел Варфоломеев пока по-прежнему на стадион не приехал. А Дятловицкий остается единственным запасным сине-белых. У Легиона относительно стартовой расстановки изменения есть в обороне, они отсутствуют. Александр Дементьев по-прежнему защищает владение Легиона. Станислав Мухин, Вячеслав Андрианов, Иван Нехорошев
линия обороны. В опорной зоне пока Александр Седов отдыхает на первых минутах. У нас действует один из нескольких новичков команды, а именно Дмитрий Ефремов. Павел Андрианов и Дмитрий Токарев располагаются чуть выше, чуть ближе к атаке. И Артем Лагуткин на острие. Главный арбитр встречи, повторюсь, Сергей Тихонов. Помогает ему Геннадий Зародыш. Ваш комментатор Никита Лаврентьев. Позади уже 3,5 минуты во втором тайме. Счет на табло 2-2. Дебютант высшей лиги дает настоящий бой одному из середняков сильнейшей лиги Северного округа. По завершению прошлого сезона мы традиционно проводили опрос представителей высшего и первого дивизиона. Очень было интересно, в том числе и ответы тренерского штаба Европы услышать, особенно касательно целей на ближайший сезон. Но Павел Дитловицкий ответил более чем дипломатично, что цель на сезон пока еще не определена, но, положа руку на сердце, стоит признать, что Европа является одним из кандидатов на вылет. И мой коллега Кирилл Разумовский в превью к сезону прогнозировал сине-белым местом в красной зоне прямого вылета. По сегодняшнему матчу, наверное, все-таки сказать, что однозначно Европа будет аутсайдером без каких-либо шансов нельзя. Но все-таки, если подопечные Павла Дитловицкого и Станислава Уткина сохранят прописку в высшем дивизионе без участия в стыковых матчах, это будет несомненный успех для команды. Что касается «Легиона», то Александр Седов также был дипломатичен. Понимал он, что в команде будут серьезные кадровые изменения уже тогда летом. И также каких-то сенсационных признаний не давал. Но понятное дело, что «Легион» постарается по итогам первого круга взобраться в верхнюю половину таблицы, чтобы затем сражаться за возможность попасть в Еврокубки. Также в своей группе ВКонтакте проводился опрос, и, по-моему, до сих пор проводится, как же «Легион» завершит этот сезон. Саркисов здорово рвется к воротам Шелепова, но голкипер выручает свою команду, но, однако, момент продолжается. И что это? Это пенальти? Это пенальти и, следовательно, красная карточка, потому что не было никакой попытки сыграть в мяч. Это было, безусловно, фол последней надежды, лишение явной возможности забить гол. И за такие нарушения, несмотря на все нововведения, футболист должен наказываться удалением. Таким образом, на 37-й минуте европейцы остаются в меньшинстве. Более того, остаются и без голкипера. И сейчас, конечно же, «Легион» обязан не только выходить вперед, но и создавать себе солидное преимущество перед заключительным отрезком поединка. В ворота таким образом сейчас встанет капитан команды Андрей Шенкнехт. Наверное, какие-то перестроения, в том числе и замены, произойдут, чтобы Павел Дитловицкий мог выйти на поле и занять оборонительную позицию. Но пока Арам Саркисов попробует с 10-метровой отметки переиграть новоиспеченного вратаря европейцев. Минута в итоге
потребовалось Европе, чтобы произвести замену голкипера. Саркисов бьет, и Шенкнехт выручает свою команду на добивание. Правда, Саркисов все равно оказывается первым. Вот так вот Шенкнехт выручил свою команду. Однако партнеры его порыв не поддержали и позволили Саркисову первым оказаться на добивании и впервые в этом матче вывести Легион вперед. Ну и сразу же Александр Седов просит своих партнеров взвинтить темп забить еще. Европа здесь чуть было не намудрила и не начала матч. Не возобновила матч в полноценных составах. Именно поэтому пришлось покинуть пределы поля Павлу Дятловицкому. Евгений Пожидаев занял место одного из двух защитников. Ну а Европе предстоит еще и 10 минут в меньшинстве провести. Никита Шелепов в следующем матче сыграть не сумеет. Получит он одноматчевую дисквалификацию. И с МЗКП Европа таким образом сыграет без Шелепова. Но у Европы есть еще и другие голкиперы, причем очень хорошего качества. Так что с вратарской бригадой никаких проблем в следующих поединках у сине-белых не будет. Но нужно доиграть этот матч. Саркисов, как у него мяч сейчас под ногой проскочил. Обязан он был оформлять дубль и удваивать преимущество. Но к этому эпизоду отнесся ровно так же, как и к 10-метровому. Такое чувство, что хотел просто попасть в угол, думая о том, что раз стоит полевой футболист, прыгать он не будет. Но нет, не так просто оказался Шенкнехт и выручил свою команду. Вот только добивание вышло уже безупречным у Саркисова. Нужен, играет налево, неудобная передача. Рашидову пришлось возвращаться чуть назад и до мяча тянуться не получилось. Легион сейчас, безусловно, игру в свои руки забрал и вряд ли что-то позволит, по крайней мере, в численном большинстве сопернику создать. Седов по-прежнему требует еще и еще взвинчивать темп. Но вот не такими передачами. Возможно, в наш Интершум вы слышали подкаст с тренерской скамейки. Ну, а Легион расслабился. Это прям видно по действиям футболистов. Курбанов обыгрывает легко сначала Казаряна, а затем и Андрианова. Выполняет элегантный черпачок вперед. Аношин попытался поставить корпус в надежде, что кто-то из защитников в него врежется. Но такое, если и проходило, то только в третьей лиге, в высшем дивизионе, подобных ошибок дефенсоры допускать не будут. И в итоге мяч ушел на удар от ворот. Почти половину 10 минут в меньшинстве уже отыграли европейцы. Андрианов. Удар. 4-2. К сожалению, с удалением Никиты Шелепова, похоже, что интрига в этом матче все-таки умрет. После этого гола Павла Андрианова почти не сомневаюсь я, простите меня, дорогие друзья, что Легион уверенно доведет дело до победы, и, скорее всего, будет она крупной. Саркисов, еще один удар. Угловой показывает арбитр. И реагирует на происходящее тренерский штаб Европы с заменой. Константин Нужен отправляется отдыхать. Павел Дятловицкий появляется вместо него. А через 5 минут, чуть меньше уже, наверное, даже, Нужен вернется на поле, как 7-й полевой.
и игра продолжится в равных составах, но, напомним, у Европы удален голкипер. Еще один момент, покинул мяч пределы поля. Суматоха была в штрафной Андрея Шенкнехта, но никому не удалось протолкнуть мяч за линию ворот. Седов совершает перехват, играет центр. Казарян будет решать сам или поделится мячом с партнером. Саркисов, удар в фирменном стиле. Ну, конечно же, здесь лучше было отдать обратную передачу. Как не пожадничал Казарян, также, наверное, стоило поступить и Саркисову. Хотя, конечно, форвард должен быть эгоистом и понимая, что сейчас любой удар, который пойдет в створ, будет таить в себе опасность, стараются бить как можно чаще легионеры. Казарян, вот и его попытка, о чем я вам говорил, но сейчас здорово и надежно в собственной штрафной сыграл Павел Дитловицкий. Саркисов будет выводить мяч из-за боковой. Легион хочет забить еще до того момента, как составы уравняются. Шенкнехт здесь играет надежно кулаками. Рашидов первым на подборе. Есть возможность для контратаки 3 в 4. Курбанов 1 в 1. Он может обыграть Вячеслава Андрианова, но не в этот раз. А тут еще и мяч чуть было не покинул предела поля от европейцев. Мне тоже, как и Ивану Нехорошеву, показалось, что снаряд покинул пределы поля именно от Асхата Курбанова. Но это уже такие детали, мелочи. Главная футбольная истина. Судья всегда прав. Туманов неудачно скидывает мяч. Андрианов на подборе. Казарян. Легион в атаке. Она развивается еще и 4 в 4. Как-то не слишком активно возвращается назад Павел Туманов, учитывая, что его команда играет минус один. Курбанов. Рашидов открылся, получает мяч в районе центрального круга, смещается в центр, завозился с мячом, но его сохранил. Его сохранил Курбанов. А вот тому пришлось проявить все свои скоростные качества, чтобы догнать мяч, но оставить его в поле не удалось. Уже меньше 15 минут остается до окончания этого матча. И как и было оговорено в перерыве, Сергей Тихонов отправляет команды на водопой. На его секундомере время остановлено. На нашем, естественно, продолжает свой отсчет. Пауза в столь жаркий день, она просто необходима. С каждым часом на стадионе становится все жарче и жарче. И, откровенно говоря, не позавидую я командам, которые будут здесь выяснять отношения в 2 и в 3 часа по московскому времени. Даже в 9 утра уже было достаточно проблематично свободно дышать. Духота, жара, все это составляющие стартового игрового дня в Северной лиге ЛФЛ. Дитловицкий отыгрывается с Тумановым, играет налево. Курбанов и фол. Фиксирует нарушение правил арбитр. Иван Нехорошев немножко отоварил. Нехорошо поступил с Асхатом Курбановым. Курбанов переводит мяч налево. Здесь пожидает совершенно один. Мяч принимает и бьет с дальней дистанции. Рикошет и мяч отскакивает к Тимуру Рашидову. Туманов, не подсказали ему, что подгорает он сзади. Здорово сыграл Дмитрий Токарев. Вот он сейчас с мячом, пас на Казаряна. Тот переводит мяч на противоположную бровку. Но здесь Андрианов сохраняет мяч в поле. Токарев, вот эта вот передача была правильной по мысли, но там никого из партнеров не оказалось. Нет, таких штрафных, конечно, никто ставить не будет. Тимур Рашидов ровно так же оттеснил от мяча Сергея Миронова в первом тайме. Видимо, уже позабыл о том эпизоде сам форвард. И поэтому сейчас вопрошал к рефери. Дитловицкий опускает мяч на землю и бросает в прорыв Курбанова. Здесь покинул мяч предела поля. Вновь подсказывают главному арбитру Геннадий Зародыш. Свою работу
сегодня он также выполняет великолепно. Ну и для тех, кто совсем недавно подключился к нашей трансляции, сообщу, что Европа действует в меньшинстве по-прежнему еще. А удален у сине-белых голкипер Никита Шелепов. Подходит к концу 10-минутка игры минус один. Отправляется к резервному арбитру Константин Нужен. И, видимо, в ближайшей паузе появится он на поле, но быстро разыгрывают мяч европейцы. Тимур Рашидов не обыгрывает Вячеслава Андрианова. Сегодня очень хорошо в таких единоборствах чувствует себя Андрианов-старший. Парочку, естественно, проиграл, куда без этого, но в целом своей работой справляется. Угловой. Александр Седов отправляется его подавать. На поле появляется и седьмой полевой у Европы. Составы уравнялись, но Европа действует без голкипера и без возможности ротировать состав. А отыгрывать нужно два мяча. Тут уж, понятное дело, не до жиру. Курбанов. Здорово. Выходят из обороны европейцы. Небрежная передача от Туманова. В больницу, как любят говорить сами футболисты. Рашидов здорово отцепился от Вячеслава Андрианова. Тот допустил на сей раз оплошность. Бил в лед, но не сумел попасть в створ. Ну а у Легиона замена. Павел Андрианов отправляется отдыхать на скамеечку. Вновь он не провел на поле целый тайм. На этот раз 20 минут, а не 15, как в первой половине. Отыграл плеймейкер красно-черных Миронов. Хорошая передача на Токарева, пусть немножко неудобная. Казарян, Седов. И вот уже мяч дошел до Дениса Бычкова, появившегося как раз вместо Павла Андрианова. Миронов играет по своей бровке. Казарян. Опрашивается еще одна передача. Но Казарян выбирает другое продолжение атаки. Неплохо. Шенкнехт играет на выходе и кулаком разряжает ситуацию. Как голкиперу сегодня Шенкнехту предъявить претензии можно едва ли. Он и пенальти взял. Затем партнеры не помогли при добивании. Да и в целом, насколько может, со своими обязанностями справляется. Седов перехватывает мяч. Бычков продлевает полет, а затем первым же оказывается на подборе и зарабатывает для своей команды аут. Вот Евгения Пожидаева. Мяч пределы поля покинул. Чуть меньше 9 минут у нас остается до завершения этого увлекательного поединка. Прекрасный матч, и именно таким и должен быть старт нового сезона. Пусть и заканчивается все дело пятым голом в ворота Андрея Шенкнехта. Дмитрий Токарев становится автором первого дубля сезона 17-18. Сдержанно празднует он и это взятие ворот. Ну а повторюсь, исход встречи уже действительно видится предрешен. Виделся он на самом деле предрешенным после гола Павла Андрианова 10 минутами ранее. Туманов отдает передачу на Нужина. Ну и коль у нас есть возможность поговорить о различных турнирных ситуациях, понятное дело, что это первый матч первого тура, а посему о турнирной таблице говорить, наверное, не совсем правильно, но Легион, по крайней мере, до сегодняшнего вечера возглавит турнирную таблицу высшего дивизиона впервые в своей истории. Ну а в следующем туре
В воскресенье 20 августа 19:00 Легион сразится с Невой, которая также потерпела серьезные изменения в составе. Ну и, конечно же, поединок Кирилла Сумарокова против своей бывшей команды станет украшением этого поединка. Европа также в воскресенье, сразу по окончанию вышеупомянутого матча, сыграет с МЗКП, с еще одним коллективом, с которым по предсезонным раскладам будет сражаться в нижней половине турнирной таблицы. Ну и объективности ради, наверное, нужно сказать, что МЗКП является одним из прямых конкурентов Европы в борьбе за сохранение прописки. МЗКП из года в год начинает сезон, выглядя не самой сильной и не самой боеспособной единицей в вышке. Однако в своем дебютном сезоне команда Михаила Шмелькова и Романа Юдаева в итоге и вовсе пробилась в Еврокубке, а затем дважды сохранила прописку в высшей лиге без участия в стыковых матчах. Нарушение правил фиксирует арбитр Александр Седов. Попал в ногу Павлу Туманову. Сорвался выход 1-1 в исполнении Папина Казаряна. Впрочем, к мячу первым он все равно не успел. Андрей Шенкнехт в стиле Мануэля Нойера вышел из ворота и сыграл роль либера. Ну а Павел Туманов получает возможность забить свой второй гол в высшем дивизионе. Опять статичный мяч, опять удобная позиция и опять удар. На этот раз, правда, уже не такой классный. Мяч застрял в стенке. Замена у Легиона. Но нет. Александр Седов отменяет ее, решая, что при подаче углового это не самая удачная затея. Момент. В лед пытался приложиться здесь европеец. Курбанов это был. Но не удалось ему пробить в створ. Казарян отыгрывается назад с партнером. И в его направлении шла ответная передача. Но Миронов первым завладел снарядом. Курбанов отыгрывается с Дятловицким. И Европа начинает свою позиционную атаку. Пожидаев подтолкнули его. И нарушение правил фиксирует арбитр. Вновь недоволен Седов в своем стиле. Любит он пообщаться с арбитрами. И такую небольшую отместочку судья не дает, не позволяет Легиону провести замену. А вот теперь только она произойдет. Здесь еще и Седов и капитанскую повязку решил Сергею Миронову повесить на предплечье. Все как в настоящем профессиональном футболе. А вместо него Арам Саркисов на концовку выходит, который на текущий момент является автором победного гола. Плюс заработал удаление для соперника. В общем, отыграл достаточно неплохо, хотя несколько моментов и запорол. А здесь настоящий голевейший момент, и Денис Бычков обязан был забивать на самом-то деле. Но, приняв мяч в гордом одиночестве в чужой штрафной, не сумел пробить створ, угодил в штангу. Фол. Досталось по ногам Павлу Аношину. Тактическое нарушение правил от Рама Саркисова. Атака сорвана без горчичника. А вот это уже может закончиться желтой карточкой. Откровенно руками Денис Бычков схватил своего оппонента. Хотя, судя по тому, как спокойно завершается встреча, возможно, судья и не будет доставать горчичник из своего нагрудного кармана. Интересная статистика на самом деле.
не было ни одной желтой карточки предъявлено сегодня, зато удаление мы с вами увидели. И такое бывает в футболе формата 8 на 8. Две минуты основного времени матча остается командам провести на поле, плюс то, что было отведено на водопой. Можно говорить, что Легион выиграл на классе, справившись со всеми своими неудачами. Но на самом деле этот поединок нужно рассматривать как пособие для самих себя. Тренерский штаб Легиона должен проанализировать все ошибки, чтобы избежать их в дальнейшем. Не случись того эпизода на 37-й минуте, когда Никита Шелепов сначала выручил свою команду, затем потерял мяч и зачем-то еще и сфалил на Араме Саркисове, получил красную карточку. Еще действительно неизвестно, как бы завершилось это противостояние. Саркисов бы там, конечно же, забил, если бы не фол, но 3-2 и... продолжение матча в равных составах с голкипером в воротах — это совершенно другой рассказ. А сейчас Казарян выбегает один на один с Шенкнехтом, но жадничать не стал. Отдал передачу Саркисову, и тот на последней минуте основного времени матча переправляет снаряд в ворота. Похвалим, конечно же, и Казаряна в этой ситуации. Не стал сам решать этот момент, мог и он оформлять дубль, но сыграл надежнее и эффективнее. 2-6. Легион побеждает в стартовом поединке сезона 17-18 и поднимается на первую строчку турнирной таблицы. Андрианов позволяет мячу покинуть пределы поля. Аношин просто разряжает обстановку. Всем уже давно все понятно. Повторюсь, доигрывают матч команды. Легион, конечно, не применет возможностью воспользоваться и забить еще, если такая возможность непосредственно появится. Дополнительное время уже начало свой отчет. Минуту добавил Сергей Тихонов. Легион проводит, возможно, одну из последних атак в этом поединке. Это еще не финальный свисток, а нарушение правил только фиксирует Сергей Тихонов. Быстро разыгрывает мяч европейцы. Рашидов смещается в центр. Обыгрывает опекуна, но далеко мяч отпускает. А затем отправляет снаряд еще и в аут, отдавая передачу. Ну вот и все. Финальный свисток Сергея Тихонова разносится над стадионом на Флотской. 2-6. Таким получился стартовый матч сезона 17-18. Поздравляю Легион с победой. Европу призываю не раскисать. Матч они провели действительно хороший, особенно первую его половину. Для вас этот матч комментировал Никита Лаврентьев. Встретимся на полях Северной лиги и до свидания.